Выборгский судостроительный завод сейчас специализируется в последнее время на постройке буровых платформ, судов ледового класса, судов снабжения буровых платформ. Благодаря линии и благодаря тому, что она объединила в себе два процесса, это маркировка и достаточно быстрая резка профиля, то есть позитивно повлияло на наши сроки. То есть мы теперь заказы можем делать, исполнять быстрее, тем самым это более интересно для наших потенциальных заказчиков. В настоящий момент наше предприятие выполняет работу по строительству трех судов проекта 21900М для Росморпорта. Два из них строятся в полном цикле на нашем заводе. При выборе линии профиля мы ориентировались на то, что наш завод многофункционален. То есть исходили из того, что это должны быть проекты, связанные как с судостроением, как с офшором, так и различные металлоконструкции, которые могут использоваться и вне судостроительных заказов. Поэтому в процессе проработки мы общались со многими компаниями, но наибольшую свою компетентность и понимание данного вопроса нам предложила компания HGG. Она чутко реагировала на все наши вопросы и помогала с пониманием нюансов, которые даже мы на тот момент себе не представляли. В результате чего я очень доволен, что мы не ошиблись, работая с ними. Во-первых, фирма HGG смогла предложить нам весь тот спектр профиля, который необходим был нашему заводу. Во-вторых, габаритные размеры линии смогли максимально использовать ту площадь, которая была у нас свободна под монтаж данной линии. И в-третьих, соотношение цены качества на свой продукт было лучшим предложением на рынке. Значит, ранее мы в цех отдавали эскизы на бумаге, эскизы резки профиля. Сейчас оператор, инженер подготавливает раскрой в прокаме, которая была поставкой HGG вместе со станком, и отдает непосредственно нарезку в цех. Ну и также мы можем, если мы ведем самостоятельную разработку с применением SAP 3D-модели, мы можем взять те детали, которые мы замоделировали. К примеру, возьму какую-то деталь. Мы с помощью специального постпроцессора HGG ее генерируем в формат, который понятен прокаму, готовый к импорту. И дальше я ее могу раскроить и передать также нарезку в цех. То есть фактически мы избавляемся от эскизов. На данный момент мы завершили загрузку накопителя тем профилем, который мы собираемся резать. В дальнейшем у нас будет происходить автоматическая подача уже профиля на резку. Дальше мы будем получать уже готовые детали. Также во время программирования детали мы производим раскладку, оптимальную раскладку деталей на профиле в автоматическом режиме и назначаем, то есть, маркировку, что впоследствии облегчает труд при сборке. На данном участке занимаюсь изготовлением деталей. Полоса бык, полоса угольник. Соответственно, балка. Меняет вольник рабочий. По функции. По времени больше. Нет, за загрузку отвечаю я. Я тут один за всех. Делаем разметку. Ну, в данном случае разметка уже нанесена нашими машинами. Это сейчас намного удобнее стало. Занимает меньше времени. Ставим поперечный, продольный набор. Это то есть полоса бульбы, рамы, переборки. И навешиваем борт. Процесс изготовления профилей на автоматической линии, оно гораздо убыстряет. Примерно, по нашим предположениям, в 4-5 раз. И, соответственно, это хорошо для графика производственного. С вами на достроечной набережной, где производится уже окончательная сборка судна. То есть судно собирается уже на воде, все верхние строения, все насыщение судна происходит именно здесь, на достроечной набережной. Сейчас осуществляется, как вы могли видеть, уже непосредственно работа с линией. Она в действительности очень сильно помогает и в плане
разметки, в плане автоматизации, в плане уменьшения трудоемкости в производстве всей этой работы и в плане, естественно, исключения дальнейших ошибок при производстве гибки, непосредственно монтажа в секции и блоке. Вот. В этой связи мы можем сказать то, что для чего это предусматривалось, подо что мы покупали эту линию, она свои функции прекрасно выполняет. В данном случае можно сказать того, что мы добились 100% результата такого, которого мы хотели. Вот от этой покупки, от этого приобретения.